Так, для тех, кто смотрит в записи, это первая часть трансляции новой кампании от Blizzard к StarCraft 2, новая незримая война, три эдона позади, уже все прошли, понятно, достаточно давно уже, буквально сегодня, ну, если постараться, то можно было еще вчера, насколько я понимаю, в кампанию поиграть. Вышла как бы отдельная кампания о персонаже, который не так интенсивно был вставлен в основную сюжетную линию, хотя присутствовал, в общем-то, и в первом StarCraft, и во втором. Призраки Нови. Да, Близзардам спасибо за ключики, подогнали. Есть еще 4 ключа на розыгрыш для тех, кто смотрит трансляцию. Давайте все-таки сделаем конкурс. Вы в любой момент времени можете сделать скрин трансляции и написать какую-нибудь, не знаю, подпись смешную, демотиватор. В общем, что-то хотя бы своими руками сделать прикольное, порадовать и себя, и остальных. Размещайте, соответственно, то, что получилось, ваше творчество. Не стесняйтесь в комментариях на канале, ну, собственно, Гудгеймовском. И в конце трансляции этой разыграем один, а может даже два ключа. Вот. Единственное, что мне нужно как-то понять, как заново начать кампанию, потому что я тут начал на новичке. Ну, хотел проверить звук, там, графон, графонистый. А что делать тем, кто бездаренно хочет ключ? Ну, можно поступить в музыкалку или в художественную школу и к следующей трансляции быть во всеоружии. Ну, или невзирая... В конце концов, принтскрин можно делать и пальцем левой ноги. Так, завершить. Начать задание заново. Давайте за эксперта. Я все-таки фотонил. Фотонил когда-то. Хотя не уверен, что эти навыки здесь пригодятся. Поехали. Новая незримая война. После нескольких лет затишья зерги вернулись и вновь атакуют планету Доминиона. Император Валериан попытался успокоить заволнованное население, но нашлись те, кто не поверил его обещаниям. Они создали организацию под названием «Защитники человечества». Могу не торопиться читать, потому что нужно кнопку нажать после загрузки. В то же время командование Доминиона потеряло связь с несколькими призраками, включая Нову, одного из лучших агентов, и ее команду Стоуна, Дельту и Пирса. Их судьба до сих пор остается неизвестной. О как. Агент X418-22N. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект – пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Нет. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Посмирно хорошо стоит. Была девушка и нет. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Вот 54. Агент бежал. Срочно вышлите подкрепление. Тебе не скажу. Спасибо. Очень круто.
Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Нам очень повезло, что... Тебе нужно вооружиться. Я понял, хорошо. Нам очень повезло, что в камере, где держат Гастов, почему-то не содержатся детекторы. Или какой-то ЕМП. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. Так, Петр, помощник в чатике, мы баним за спойлерем. Мочи, просто сразу мочи. Если кто-то решит показать, что он клевый и смотрел или прошел до этого. Я получила сообщение на визор. Это был ты? Нет, нас разделили, и я не мог тебе помочь, прости. Выдвигаюсь. Снейк. Чую заварушку. Поняла. Коробочка со змеей. Истер эгг. Не уверен, что удастся найти остальные. Уже в пути. Так, в общем, вижен тут. Варушку. Уже пыщ. На-на. Выполняю. Тихо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, я предлагаю челлендж. Пройти без смертей. То как-то не интересно. Стелс пошел. Да, это явно не самая сильная моя сторона. Да, а чё они палят? Я даже на границу не зашел. Это явно недоработка близов. Зато можно синематик заново посмотреть. А, хорошо, давайте посмотрим. Ладно, шучу. Так, значит, сломайте шею. Напомню, что игра 12+. Или сколько она там плюс? Оп. Что это за звук? Поняла. Пыщ. Во что бы то ни стало. Ну ничего себе вообще. Уже в пути. Да как? Я же жал, я... Беги! Нова, беги! Когда маскировка? Да твою ж медь. Ну ничего страшного. На самом деле я начало бегал на самом легком уровне сложности. Просто 10 человек шею переломал. Там они совсем другой урон наносят. А тут, оказывается, видите, эксперт. Ё-моё. Тебе нужно вооружиться. А шею Снейку не сломать. Его можно только пинать. Чую заварушку. Уже. Вебка нужна. Что это за звук? Без вебки вы что? Не хочется портить картинку. Выдвигаюсь. Лохматым, небритым. Поняла. Худым стримером. То есть, вообще, он в зоне находится. Выполняю. То есть, надо обходить. Выбегаюсь. Вообще нафиг. Резать этих упырей. Во это, наверное, не обязательно. Вы это слышали? На-на. На, я сказал. И обходить со спины всех сразу же. Ну, ясно. Через шиф делаем скриптик. Потом сюда, выбегаюсь. Потом сюда, потом... Не могу тыкнуть дальше. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Будьте начеку. Этот агент очень опасен. Очень, очень опасен. Поняла. Выдвигаюсь. Что такое? Это что сейчас было? Непонятно. Во что бы то ни стало. Пам-пам-пам. Уже в пути. Ой. Я справлюсь. Тихо. Поняла. Выдвигаюсь. Ничего ты не видишь. Спокойно, пацаны. Поняла. Спокойно. Выполняю. Я добро. Справлюсь. Так, куда мне вообще? Выдвигаюсь. Наверх, кажется, да? Чую, пушка! Карабин C20A. Выдвигаюсь. Восстанавливающий заряд. Видимо, поняла. ХП или энергию восстанавливает. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Говорят, первая пикси уже есть. В исследовательский блок. Так, хорошо. Винтовки урон 30, а при прицельном 125. Поняла. Прицельность требует маны, но она уже восстановилась. Ничего себе, реген. Добро. Пыщ, пыщ. Поняла. Хэппи был бы рад таких гастов увидеть. Я справлюсь.
Выполняю. Так, далее. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пулеметная турель. Я тебе лучше избегать встречи с ними. В пути. Выдвигаюсь. Да, напомню, что вы можете... Должны быть импульсные гранаты. Получить... Они хороши против скоплений противника. Вы можете получить ключик. Отлично. Если покреативите. Петр, а можешь в Message of the Day информацию о том, как получить, разместить? Ну что, на трансляции скрин с клевой подписью и в комментарии запостить. Поняла. Отличная штука. Да, реген хороший у нее, конечно. Хотя бомба 50 требует. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Уже. Нифига себе, циклон огромный какой. Что здесь произошло? Тревога. Запущена процедура. Уже? Так, я беру восстанавливающий заряд. А что? Неприятный сюрприз. Новая нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех. Так, а пушка сил. Вырубается после того, как ты всех убьешь. Ё-моё. Выдвигаюсь. А тут энергии не хватает мне уже. А как меня видят-то, я не пойму. Как меня видят-то, ёпрст? Вы видели вообще? Как? Вышка, наверное, видит. Вышка видит. Вышки видят, турели видят. Пушка же. Да, блин, пушка. Оказывается. Ты в АОЕ турели. А кто же знал, что не детекторы? Хорошо, что есть автосейвы для таких нубасов, как я. Поняла. Поняла. Ага. Отличная штука. Но пушку саму не убить, насколько я понимаю. Держат в этом комплексе, но добраться до них будет нелегко. А детектор написано, понятно. Вместе сюда попали. Вещь. Вместе и выберемся. Ну ясно, значит. А потом узнаем, просто держусь. Какого черта здесь происходит? Я справлюсь. Вне рейнджа. Выдвигаюсь. Тревога. Ладно, разберемся как там. Ой, не туда! Ой, не туда! Ё-моё. Уже в пути. Ну, я промазал просто. Новая нас собирается. И пушка еще сама по себе шмаляет, господи. Стараюсь изо всех сил. Ладно, наверное, не стоит торопиться. Пусть там горит, но вот, может быть, это просто эффект. Обратного отчета-то нет. Так, вижу Гаста. Освобождаем нашего друга Дельту. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Думала она. Без нас они Пыщ. Попадут. Поняла. Следую за тобой. Дельта говорит с акцентом. Я справлюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Да, да, да. Поняла. Значит, опа, а опа, Дельта, Дельта, аккуратней, подгоришь. Так, куда? Вниз, да, надо? Вниз, вниз, вниз. Выполняю. Под регением слегонца. Поняла. Пройдем. Выдвигаюсь. Да все изи. А тут тоже пушка. Ой. Это не солдат, это миньоны. Что-то хпшечки-то маловато будет. Ничего не понимаю. На последнем задании что-то. Ладно, вижу хил. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Проходим, проходим, проходим. Выдвигаюсь. Так, а тут нет. Поняла. А чё этих не подлечило? Я ребята, справлюсь. Быстрее! Чую, да куда ж вы ли... Кто вас таких уже тупых гостов берет-то вообще? Выдвигаюсь. Выполняю. Заходите! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Во что бы то ни стало. Ну, басы. Поняла. Во что бы то ни стало. Так, а куда мне вообще? За хилкой бы сбегать, но я боюсь, что хилка будет действовать только на меня. Этих упырей не спасти, но если они ближе Поняла. Подойдут, может быть, будет работать. Выдвигаюсь. Ну, как тебя звать? Пирс. Е-е-е, работает. Уже в пути. Побежали, побежали, ребята, побежали. Не выполняю. Не тормозим. Чую заварушку. Я справлюсь. Я неправильно кидаю. Во что бы то ни стало. На-на, на-на. Уже в пути. Куда теперь? Выполняю. Ой, там мародеры. Выдвигаюсь. Поняла. Так, ребятушки, давайте проходим, проходим, не толпимся. Недостаточно энергии. Энергии недостаточно. Выдвигаюсь. Ой. Я справлюсь. Ох уж эти взрывы по скриптам. Выполняю.
Поняла. Чую заварушку. Недостаточно энергии. Поняла. По скиллу. Выдвигаюсь. Спасаем Стоуна. Слава богу, ты справилась. Идем. Очень простая игра, я так мы скажу. Мы выберемся отсюда все вместе. Пыщ! Во что бы то ни стало. Работаем. Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на где-то связь в Германии с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Типичное заблуждение. Мы с Пирсом пойдем отдельно. Удачи. Так, значит, хорошо. Она с Пирсом. Стоун, нам пора. Что-то у них есть такое. Ну да, решили разделиться. Опа, 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 па, что у нас тут? Да то же самое, просто... А, уху-ху! Нужно смотреть в оба. А можно на клавиатуре? Так. Форсировать вроде не удается. Пыщ. Так, можно АОЕ кинуть, да? Я чувствую себя в аркадах, знаете, на Дэнди. Почему-то у меня, правда, ХП уже нет. Видимо, я пару выстрелов пропустил. Достижение, выстрелы и забыл. Надо, кстати, еще ачивки, может, повыполнять. Ой. Ой-ой-ой-ой! Это свои, нельзя в них стрелять. А как... Противник приближается сзади. У меня почему-то восстановились ХП. Я, конечно, не против. Мы с ними разберемся. Но я не понял, почему так произошло. А, кубик с ХП подобрал? Ну, я специально это сделал. Пыщ-пыщ. Энергии нет, к сожалению, на снайпшоте. Ты по всем. И, видимо, если целей больше, чем две, лучше делать сразу АОЕ. Скорости, конечно, тут километров 50 в час. Блин, так... А можно, пожалуйста, прикрыть меня? Ой, ХП, хилка! Еее! Пыщ! Пыщ! Главное еще не врезаться в этим. Но с хилкой у меня... Банши? Может быть, один выстрел, потом снайпшот. Потому что у них что-то... О, хилка. Изи. По этим стрелять нельзя, по грузовикам с топливом. Оп! Блин. Да господи. Хилка. Кажется, хилка появляется тогда, когда у меня все плохо. Благодарю скрипт за это. Опа, опа, надо помочь. Меня подбили. Но выезжай дальше, я как-нибудь выберусь сам. Такой ты нубас. Как скажешь, Стоун. Кажется, я за тобой иду. Хилка! Блин. Господи. Без смертей с первого раза было бы непросто пройти миссию. Не, ну они многого от меня хотят. Что за сейв без ХП? Сейчас, кажется, будет плюха одна. Можно как-то от выстрелов, интересно, уворачиваться? Или я просто периодически получаю... Ну где вы? Где я? Авторы Battletoads не наигрались. Да, кстати, в Battletoads, да не только в Battletoads, там в Черепашках, кажется, ниндзя тоже есть подобный уровень. Второй, кажется, в Черепашках, не помню какой части. Мы ее просто проходили не так давно на даче, гудгеймовской, там на серфинге.
кажется, летали. Как бы для платформеров это дефолт. Хил. Да ёшки-матрёшки, ты будешь стрелять, нет? Капец. Очень неудобно управлять, очень. Хилка. Так, все, теперь внимательно. Раз, два. Аккуратно рули. Трис, четырес, пять, шесть. А, недостаточно энергии. Приехали, ё-моё. Хилка. Ауе. Ауе, говорю. Ауе. Блин, я кнопку опять перепутал. Хилку дайте. Дайте хилку. Это что за чертовщина? Хилку. Блин, босса дают. Оооо, это Белял. А, я с хилкой пропустил, господи. Господи, вы... Блин, я думал, будет казуалочка какая-нибудь. Капец, я тут поставил эксперта и как последний... Ну, хотя это все фуфа. Автосейв был перед боссом. Хорош там смерти считать в чатике. Ну, бас. Это не так-то просто. Это просто, не знаю. Нарушение, нарушение. А в прошлый раз не здесь была зона. Так, ребята. Вот все, ладно, я собрался. До этого вообще ничего не было. Чайка, может, выпить, перерывчик сделать. Да изи сейчас пройдем вообще. Изи. Надо им еще сделать для казуалов скорость загрузки побыстрее. Это что за чертовщина? Державший агент найден. Орудие к бою. Ну. Оп! Раз. Хилка вижу. Изи. На, стреляем. Пыщ. Ничего ты не умеешь. Недостаточно энергии. Мы от таких зеленых луж уворачивались в Диабле 3 на хардкоре. Что тебе не снится. Там... Правда, я продолжаю получать. А этот, кстати, мой соратник. Он как-то грамотно зоны чувствует. Надо, может, держаться. Оп! А этого не... Ты, он не показал, куда будет стрелять, слышь? А, ну я понял, да. Пушка горит. Все, я понял. Пыщ. Уже половина хп. Сейчас до инрейдж доведем. Не, ну это попроще, чем босс-вертолет. Опять сейчас стрелять он со стороны будет? Не впечатлил. О, банши сверху. Вот ее, кстати, лучше в первую очередь отстреливать. Пью. Воу-воу-воу-воу. Это реально чувак шарит, куда нужно отступать. Надо его просто держаться, он явно этот скрипт знает. Прям вот четенько все делает. А, хилка был! Главное, лазер достал. А это не достало. Это заговор. Заговор против бобра. Я чувствовал, что вот когда мне прислали близы код на игру, что-то в нем было не так. Возможно, они что-то специально уже подкручивать начали для стримеров. Чтоб не скучно было, блин, играть. Надо будет с них спросить. В следующий раз куплю просто. Нафиг нужен такой рандом. Я же... Да. Ты задрал попадать. На самом деле, когда я нахожусь рядом с этим чуваком, он меня выталкивает немного за пределы. Короче, он засланный. Лучше держаться вообще подальше от него.
Такой вот у меня... Такая вот мысль у меня. Ну, смотрите, что. Он реально не дает мне... Нормально развиваться. Так, половину хп сняли. Все идет в штатном режиме. Да куда ты решила-то полететь-то? Красавица, ну. Бомбит. Ох ты ж ежик, а. Дай хил. Хил есть. Не-не-не-не-не-не-нет. Все, изи. Еще хилочка сейчас. Пыщ, вот на этом моменте запоролся. Сейчас добьем. Изи. Как я и говорил, впрочем. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Понеслась. А внутри не поговорить? Узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. А почему ты первая, я следом? Там места для второго человека нет. Все, оставила пацана умирать. Итак, итоги задания. Время... 15.35, уничтожено, убито снайперским, потеряно союзных призраков 0. Попадание под огнеметные турели — это случайность. И вот, кстати, ошибки. Ой, в смысле ошибки, ачивки и ошибка одна. Выполните задание — это понятно. Понятно. Не получив урона от огнеметных турелей. Короче, давайте в следующий раз с ачивками будем проходить. Посмотрим все ачивки на эту миссию. О, синематиком попахивает. Нет, не совсем. На движке игры это. Всем кораблям Доминиона. На связи агент X41822N. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием. Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Спасибо, что доставили ее. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежал из неизвестной базы. Не доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нова, несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Понеслась. Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Ох, хороша! Конечно, я хороша, думает Нова. Так, выполняется вход. Интригует. Выполнен. Хм. 228-322, код агента. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку.
Зерги стали атаковать слишком часто. Что, на развитие Регион будем играть? Не может оправиться, но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Глупые гидролизки. Так. А у нас что-то вроде здесь тактического меню. Экипировка, начать эксперт, достижение. Во! Ачивочки. Выполните задание в компании бла-бла-бла. Уничтожьте 30 боевых единиц с помощью мин. И построены на века. Не допустите уничтожения более 5 строений. Вот это, судя по всему, такой легкий челлендж. На базе Хорнера в ходе выполнения более 5 строений не должно быть разрушено. На уровне сложности бобрец и выше. Экипировочка. Эй, Нова! Пока ты не отчалила, взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало, но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. Да. А вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь изменить. Так что дерзай, пробуй. Втянешься в процесс, будешь выглядеть прям как я. Разве не здорово? Так, ну, два предмета экипировки, шлем и костюм стандартные стоят. Визор, который раскрывает местоположение боевых единиц в радиусе 20 от Новы, не обнаруживает замаскированные и закопавшиеся боевые. Костюм, легкий костюм, позволяющий постоянно находиться в режиме маскировки, увеличивает запас на 100, показатель брони на единичку, скорость перемещения 0,25. Устройство импульсная граната. Прошлое наносило 100 наземным и воздушным боевым единицам. В указанной области взрыв не затрагивает дружественные войска. И светошумовая граната, вспоминается X-Chom. Оглушает наземные боевые единицы противника в указанной области на 5 секунд, лишает их способности обнаружения. То есть, типа, на детекторы на вражеские не действуют, на дружественные войска. Светошум. Надо потестить. Оружие карабин C20A или адский дробовик. По названию надо брать сразу же. Позволяет использовать осколочный залп, наносящий 50 урона и 100 по легким войскам. Ну, замена частичная классической, наверное, импульсной гранате. Ну, пробуем, чего тут. Закрываем, пробуем. Светошумовая, да, света она такая. А, значит, у нас 4 направления. Есть некий блокпост, специально подстроенный для Новой. Чувствую, что внимание к Нове будет... Ну, все вокруг нее будет вертеться. Клево. А, тут головорезы и не более 5 строений. Чувствую, переигрывать будем массу раз. Дробаш не стреляет по воздуху. Спасибо за спойлер. И как ты 30 противников-то оглушалкой убьешь? Там вроде про мины говорилось. Про мины, которые у головорезов. Вот у этих. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. О, даже база есть. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ох, зачем мне этот костюм, если ну, у меня... Ну, как тут откажешь? О-о-о-о. Снайпер из X-Chom. Так, хорошо, значит, заказываем рабочих. Головорезы, группа номер 2, Нова номер 1. Поехали, разведываем. Я не знаю, что делать. Ну, видимо, вот на этих постах нам рекомендуют головорезов оставить. Они же не зря так про... на прибытие флота. Нам нужно просто организовать оборону. Так, а для что? Мародер нам не нужен. Я хочу сделать лабу. А, зерги же. Давайте попробуем просто штурмануть базу зергов. Почему нет? Так. Осколочный залп. Оп! Зергов слишком много, нам нельзя терять людей. Я обо всем позабочусь, не переживай. Поняла. Приближаюсь к цели. Начинаю штурм. Зерги приближаются с севера. Уже? Будь наготове. Так, давайте еще пару бараков сделаем. Пристройка. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Бах. Слышишь, как отлично. О, нифига себе, дробашка зерлингов убивает. Режим готов.
Выдвигаюсь. Так, ладно, одно направление, предположим, я возьму на себя. Вообще, изи. Supply только надо сделать. Халявно строится supply. Как раз для нубасов, таких как я. Поняла. Я обо всем позабочусь. Недостаточно. Ага, светошумовая 5 секунд, да? Так, хорошо стакается с... С востоком. Окей. Нова, давай, только ты теряться не будешь. А где Гренка-то? Не, думаю, не стоит. Так, как тут мина, да? Мина, мина, мина. Мина, мина. Мина, мина, мина. Ой. Ну, я надеюсь, пацаны там отобьются с этой... А медиков нет, случайно? Так, головорезы сюда. Ну, я чувствую, я хреново тут начал. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Так, окей, давай тогда минки раз... У нас на базе есть медики. Медики есть? А можно мне порулить медиками? Надо еще посмотреть, тут, может, какие-то скрытые штуки есть. Закрыто все. Может, здесь? Хотя бы... О, ресурсы. Гиблинги? Вижу еще газ. Пристройка завершена. Поняла. Тихо-тихо, Нова! Пыщ. О! Нова, мы отправили на твою базу одну хитрую штуковину. В случае что, она вернет тебя в строй. Хоть и не сразу. А можно больше халявы, пожалуйста? Они проходят все-таки. Ой, не-не-не-нет. А бункер за здание считается? Думаю, да. Короче, я думаю, тут надо просто головорезами ставить мины. И будет все ок. С определенным... Ну и расставлять их, собственно, в нужных местах. Недостаточно ли стена? Да ты что? Вот это я понимаю, первую помощь. Ой, пацаны. Ну как так? Ну почему... Слушаю. Войска союзников атакованы. Кажись, я только что опять зафейлил. Да, это мой косяк, я понимаю. Я понял тебя. Поняла. Так, давайте Нова будет в одном... На одном... Эй, Нова. Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? А можно бункеры делать? Наши нет, а пофиг. Я постараюсь. Да хорош! Почему ты так хреново-то стреляешь-то, подруга? Ближе к делу. Ой, не сюда. Нет ничего проще. ГСМ готов. И сюда. Поняла. Поняла. А как я защищу-то их? Они бросают против нас разорителей. Остерегайся их едкой желчи. Да вы издеваетесь, как я тут вообще прорвусь-то? Короче, я пошел к этим. Надо, наверное, нумеровать этих барсуков. Тут разорители. Которые стреляют. Которые стреляют. Да, и мины ставить вплотную, как бы вообще не айс. Новый подлечили, идем сюда. Газа не хватает катастрофически, хоть Марик встрой. Будь начеку, к нам движется противник. А, я же могу Марик встроить. Положительно. Попробуем тут. А, я же могу сюда. Ха! Слышу,
Ладно, здесь разобрались. Кто же знал? Ясно, отлично, я прыгнул тут. Так, одна ачивка есть. Ну, я понял, надо просто на весь газ строить головорезов, их держать сверху. Ну, ребята, ну точку сбора-то сюда, я же вас спросил, как людей, ну. Что происходит? А, неправильно я готовлю. Куда ты спрыгиваешь, родная? Высылайте подмогу! Выдвигай. Войска союзников. Однако достаточно... Нова, слишком поздно. Комплексу кранты. У ребят не было шансов. С да, с... под моим командованием самое точно время не было. Готовиться к следующей атаке. Вижу надзирателей возле ущелья. Думаю, подкрепление. Их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункеры. Бункер, ё-моё! Огневая поддержка. Так, давайте я реально тут бункеров сделаем. Я присмотрел места, где можно разместить бункеры. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Ё-моё. Час от часу не легче. Уже в пути. Так, ладно, здесь бункеры строим. Ребята, ребята, я вас прошу. Стройте, ставьте минки аккуратненько. Пусть они лезут. А сами стойте, как цари, сверху. И стреляйте. Да, не все так просто. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. Кажись, я зафейлил уже ачивку. Да, но вот тут больше всего урона может нанести, я вижу. Недостаточно респена. Поняла. Слышу, достаточно энергии. Так, а здесь что? Из Бейлинги. Запрыгиваю в бункер. В бункер помещается по 6 человек. Что не может не радовать. Ну понятно, значит КСМ их сюда. Как они? Там же под свармом. Да, новая должна быть на каждом из направлений для того, чтобы... большие группы войск. И вот так не отдаваться при этом еще. Клево. Подключаю тогда еще КСМ сюда на постройку. Заканчиваются минералы. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах. Нова восстанавливается. Не волнуйся, я уже близко. Ты, конечно, да, близко. Короче, Нову тогда сюда. 5 зданий. Там уже, если бункер считается за здание, то я уже погорел. Уже давным-давно. Марики идут в атаку, потому что они, к сожалению, не могут добраться туда, куда нужно. Нова, плохие новости. Еще плохие новости? Сразу с двух сторон. Да вы издеваетесь. База союзников атакована. Так, с парадного нападения... Нет, лучше, наверное, сбоку вот так вот обойти. Тут скрывают бункер, тут все просто рушится, все очень плохо. А, тут газ еще. Шикардос. А можно стрелять просто? А, вот они как еще. Надо за ними следить постоянно. За ней следить постоянно. Тут опять бункеры убили. Тут убили бункеры. Господи. Постарайся предельно ослабить врагов, прежде чем они до нас доберутся. Как? Уже в пути. Войска союзников атакованы. Как предельно ослабить врагов? Я сам тут предельно ослаблен. Вступаю в бой.
Ладно, хорошо, допустим, продолжаем. Абсолютно не... не приносящие пользу попытки какую-то оборону организовать. Нова подходит, получает, умирает в очередной раз. Медваки, которые нельзя использовать, вообще класс. Ну и тут явно уже 5 зданий убили. Нова приходит в себя в очередной раз. Бомбят. Наверное, надо было сразу сверху делать оборону следующего уровня. Ну, по крайней мере, здесь возвышение. Ультралиски? Так а что мне делать-то? Мне держаться нужно еще 8 минут. А, можно было еще сделать грейды, наверное, на атаку, по крайней мере. А то с ультралисками, я боюсь, вообще никак не справиться. Ладно, поставим здесь бункером. Я думаю, надо забивать просто на все. Тут попробовать оглушить, конечно, хотя бы этих убить, бейлингов. Да, станы. Что-то большое. Надеюсь, ты готова. Да, можно было сделать грейд на атаку. Тут скорее оглушение в первую очередь должно быть. Да, новая должна была быть на вот всех этих ключевых направлениях. Потому что она реально очень полезна для... для того, чтобы выключать... Может, реально забивать просто на эти аванпосты и наверх просто вести. Забивать на риперов тех же самых. Потому что они все равно их не до контроля. Организовывать защиту именно здесь. О! Бруталиск, старый знакомый. Сколько урон? 300. Мне 2 ударов хватит. Ой! Вот он все разнесет тут. Какой армор там? Мариком привет. Не, армор там не так много. Месторождение минералов выработано. Ну сейчас точно 5 зданий. Планетарка офигевает просто от бруталиска. Чудовище. Поражение? Ну слава богу. Я хоть тогда сделаю выводы и подумаю, что же делать дальше. Во-первых, считается ли здание бункеры за здание? Я сомневаюсь, потому что 5 зданий таким образом от того же самого бруталиска оборонить вряд ли получится. Скорее всего, считаются здания, которые на базе, типа факторочки и прочая хрень. Считаются, говорит Петр. А не офигели ли они? Не ори в микрополозы. Сделаю-ка потише его просто, чтобы вас не отвлекать. Считаются бункеры. Класс. Я лучше начну задание заново. Минируй проход. Танки и масс-марики затащат. Какие танки? Мы заняли позицию. Хотя, в принципе, и может готов. Быть, мне дадут возможность факторочку по фасту сделать. Я отправила сигнал тревоги. Сейчас тут вообще нет факторки. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Так, ладно, давай тогда инженерку по фасту. Ты так, ты второй. Сейчас быстро за газом тогда. Ты куда-нибудь сюда, вы сюда. Надо еще дальше газ взять. Надо было в разные стороны их направить, естественно. А, тут нельзя, пока не появилась эта хрень, да? Недостаточно ладно. Минералов. Ну, вот давай, ищи газ. Где-то был, я помню. Вот еще газ. Вот еще газ. Хорошо, надыбалим. Может, дальше еще будет? Мины расставляем. Ой, тут зря я минку расставил.
Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Зерги с севера. Winter is coming. Так, окей. Значит, допустим, я делаю грейд на атаку. Допустим, я добавляю сначала реактор, да? Жду подтверждения. Ну, родная, давай сразу же. Сразу. Оп. Вот, хорошо. Так, сразу одного рабочего, наверное, мы ведем к бункерам. И ставим бункеры мажорные, которые... Которые классные. Здесь пара мин. Какова ситуация? Я обо всем... Дальше, что еще? Еще один барак. Это нумеруем. Тебя на это направление. Может, бункер реально сверху построить? Так вот. С востока группа идет. Так, и, наверное, все-таки я Мариков. Такое мясцо расходное. Так, ну, группировки первые спокойно принимаются без... Без каких-то дополнительных телодвижений. Ну, практически тут два роуча. Просочились барсуки. Так, здесь бункер напрашивается. Вот на этом месте. Так, Марики. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть. И вот здесь, да? Недостаточно минералов. Грейд. Главным образом на атаку надо делать грейды. У вас сразу бункер в первую, товарищи. Какова ситуация? Тут С, но у меня что-то минералов не хватает. Рабочих маловато. Ой, тут еще газ. Так, на карте больше желтых точек нет? Нет. Выполняю. Уже. Вроде бы нет. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Гиблинги, следующий бункер. Завершено. Где бункер-то строить, ё-моё? Давай понял. Здесь. Недостаточно минералов. А вон они, вон они, вон они, вон они. Я далеко. Поняла. Там, правда... Слышимость отличная. Кто на новенького? Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Перехвачу на подступах к базе. Оп! Опасно. Лечимся. Недостаточно. Так, бункеры. Это да. Давайте по бункеру на каждое направление. Здесь один, здесь непонятно где строить, но один. Здесь справа. Новая. Не дойти, что ли? Отмечаю координаты противника. А, нельзя. Давай здесь тогда. Жду подтверждения. Атака справа. Сюда Нова сразу же. Не, Нова клевая, конечно. Она сама по себе, видите, какая... Какая молодец. Здесь еще бы бункеров добавить. Раз, два, мало. Вот здесь еще парочка. И я вижу, что там можно собрать газ еще. И, ой, там много газа. А давай-ка тогда риперов. Ё-моё, как я пропустил-то? Бункер! И все. И вот здесь надо было еще бункер пилить. Вот здесь вот на подступе вообще отлично. Минус один. Требуется дополнительное хранилище, говорят. Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Так, исследовательский центр пробуем защитить. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Здесь, соответственно, возвращаем, потому что надо было рабочих достроить нормально. Тут станчик и выстрел. Забираемся наверх. Тут халдим. Отстреливаем. Тут рипер. Можно второй грейд на атаку? Ну, конечно. Без армори это сделать, второй грейд на атаку. Конечно. Так, одного сюда, одного сюда. Здесь риперы первые в новый бункер. Еще один бункер. Недостаточно минералов. А может, будем это самое? Они бросают против нас разорителей. Остерегайся их едкой желчи. Я должен был уже закончить вот с этим. К разорителям быстро. Вот здесь бункер напрашивается тоже. Свон, комплекс зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. О, там можно что-то брать. База союзников атакована. Ближе. Слышимость отличная. Поняла. Ну, держись.
начеку! К нам движется противник! Да я ж не могу так просто вот... Ладно, я нового направляю туда. Точнее, не нового, а... Ну, короче, я новый сбегаю. Тут, кажется, какой-то баф, который... Да сколько можно сыплаев? Вы что в сетевом режиме задрали? Что здесь? Пилоны, пилоны. Так, сажаем раз, сажаем два. Сюда одного. Нормально бункеры стоят. Еще бы по КСМу оставлять здесь. Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь. Сами как-нибудь, ребят, сами. Блин, вот нафига я влез сюда? Ну я что-то взял. Одну хитрую штуковину. Здесь. С этими разобрались. Что? Она вернет тебя в строй. Самое время подготовиться к следующей атаке. Хоть и не сразу. Так, два сыплаем. Вижу надзиратели возле ущелья. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. Не могу. Увы, не могу. Сюда пару КСМ. Вообще, по КСМу на бункер нужно оставлять и все. Тогда все будет ок. Автопочинка и так включена. Ну, я понял. С третьего раза, думаю, миссию можно будет выполнить. Надо, главное, новую не терять еще. Так, ребят, давайте сюда еще. Тем более, что разорители, кажись... Недостаточно минералов. Собери. Слышу тебя хорошо. Где там разорители, слышу, говорили? А, вон они. О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Я с прошлыми не разобрался еще. Уже в пути. Непонятно. Ладно, поехали ступай сюда. Ага. Повтори. Снова нас. Смерть на пороге. Не-не-не, куда ты новый? Ты чего? А, не раб... Короче, понятно. Там просто никакой урон не проходит. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. То есть их нужно просто глушить. Полностью. Глушить их полностью. Так, вы сюда. Вы сюда. Ждут подтверждения. Справа атакам. База атакована. Выполняю. Ближе к тебе. Так, и сюда пару рабов надо. Чтобы бункеры чинили. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Требуются дополнительные хранилища. Вон они как действуют, вы видели? Гады. И туретки, наверное, тоже считаются. Вот я встрял. Медик! Не, пока все ровненько. Ну, то есть, лучше значительно, чем в прошлый раз. Я думал, наш оружейный лабораторий. Только мне нужно теперь сюда сбегать и новую штуку убить. Давай армор, ладно, пофиг. Я уже близко. Здесь пару бункеров надо построить. База союзников атакована. Раз. Хотя зачем? Мне же нужно Нидус в первую очередь. Нидус и главное. Помогай! Плохие новости. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Уже в пути. Выполняю. Смерть на пороге. Ложись на меня. Я обо всем позабочусь. Смерть на пороге. База союзников. А база атакована. Войска. До конца! Так. Теперь тут безопасно. И даже доступно новое снаряжение. О-о-о! Все. Всегда знал, что ты девчонка, не промах. Понятно. Девчонка? Девчонка. Серьезно? Атакована. Вступаю в бой. Мы несем тяжелые потери. Нова, постарайся предельно ослабить врагов, прежде чем они до нас доберутся.
Войска союзников. 5 зданий, Карл. 5 зданий. База союзников атакована. Уже поздно. Тут выносят. Нет ничего проще. Так, бункеры стоят, возможно, не в самых лучших, хотя в нормальных местах они стоят. Ладно, сдаваться не будем, но к этому моменту, наверное, нужно еще добавить там миллион бункеров. Именно в нижней где-то части. Ну или вот, нет. Я даже не знаю. Может, как-то их раньше провоцировать на зеленку? Не знаю. Ладно, давай. Здесь вот так вот. Недостаточно минералов. В атаку пошли ультралиски. Тебе лучше поспешить. Может, отлично сработали. Лучше ливнуть. Противник побежден. Может, бункеры... Уже не бункеры, а танки? Выбегаю. Может, посмотреть с начала миссии. Тут не построить ничего, кроме мариков. Слышу тебя хорошо. Да, надо было минки раскидывать перед тем, как... Но я, знаете, вот здесь вот типа контролил, а там атака. И до свидания. Вообще, да, если бы, может быть, надо было... Выполняю. Нас тут выносят. К нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Я не готов. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Ну, это капец. Смерть на пороге. Потому что уже часть обороны была клёво потрачена. Ладно, попробуем продержаться. Что-то большое идет. Этому большому вообще пофиг на все. Но станчик, надеюсь, работает. Не работает. Ставлю минки, возможно, они тут нанесут. Нова. Да, надо на мины кайтить просто. Да, Нова, куда ж ты пошла-то, ёшки-матрёшки? Да, тут риперами все это. Может быть, реально не бункерами, риперов надо контролить тоже, потому что их там на второй, на третьей волне же убивают. Ладно, этого убили товарища. Последняя атака, нет, я хочу челлендж выполнить на самом деле. Надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Уже в путь. Заработали мы там доверие со стороны. База атакована. Наверное, Нову надо возвращать просто домой. Минируй все, что только можно. Месторождение минерал наше КСМ атаковано. Снова на связи. Тут надо просто вот так вот, так вот. Слышу вас отлично. Ой, что-то вообще непросто. Все разлетелось. Но я за планетарочком ничего не знаю. Да, будет еще один трай. Так, прикольно. Значит, что можно сделать, чтобы они вообще не пробили? Я завтыкал, во-первых, с рабами, можно значительно, ну, во-первых, раскачать в самом начале экономику, собрать газ, но с газом долгое время не было никаких проблем. В бункер запихивать пока что только риперов, раскидывая предварительно мины, если, конечно, будем успевать. Нову ни в коем случае не терять. Ту-ту-ту-ту-ду. Снайпа для фокуса не очень.
Снайпа тут как раз АОЕ решает очень хорошо. Танки в проходе узком. Нельзя строить танки, нет же, факты. Какого, алло? Нет танков. Такие нубасы, в общем. Так. Бункеры на ХГ, где площадки, туда мариков. Да-да. На ХГ позицию. Тогда я бункеры отдам. И мне нужно заранее пацанов... Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Так, Нова, давай, собирай здесь. Вы... так вот делимся. КСМ-очки, КСМ-очки, газ пока не будем Нова собирать, потому что он и так добывается хорошо. Поняла. Бункер начинаем от самого дальнего. Здесь вот был еще один. Нова где-то по центру, еще рабочий. Здесь цешечком. Еще рабочий. Одного сюда. Одного сюда. Так, начнем откуда бункеры строить? Самая ближайшая точка, на которой можно поставить, это вот все-таки это, раз. И оставляем сразу рабочего здесь же. Вторая удаленная точка, наверное, все-таки вот здесь, увы. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Зерги с севером. Нова на связи. Нова здесь. Пристройка завершена. Так, и я инженерку хотел же пилить заранее, чтобы... Так. Тут подтверждение. Ага. Поняла. Первая волна вообще изи. Запрыгиваем. Так, ты будешь здесь. Это 5. И строим, наверное, риперов. Сапплаев, как обычно, начинает не хватать. Строим сапплай. Можно было сапплай строить в других местах, чтобы типа блок какой-то был. Так, вторая волна будет здесь. Да ёшки-матрёшки. Нет, извините. У меня тут Нова на связи. Недостаточно минералов. И... Слышу тебя хорошо. Слышимость отличная. Положись на меня. Ближе к делу. Дробаш хорош против мелких. Поняла. Но он какой-то... Выдвигаюсь. Я обо всем Блин, они же добегут еще сейчас. Так, следующий бункер, наверное, сделаем... Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Так, заказываю грейд на атаку. Точку сбора сразу на бункер. Жду подтверждения. Ну, конечно, хочется еще мин расставить. Их можно, по крайней мере, ставить в... Барак второй нужен уже. Что происходит? Скоро добыча нормально пойдет. Слышу тебя хорошо. Поняла. Смерть на пороге. Так, ты тоже расставляй, расставляй, расставляй. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Так, бегут. Новые. Жду подтверждения. Где, 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 где? Положись. Надо, наверное, слева уже ставить хотя бы один бункер. Вот здесь Понял. Вот. Повтори. Ну, шикарно же. Дробаш просто жжет. Недостаточно энергии. И основная атака, и второстепенная. Так, ты сапплай после этого. Блин, С. Ставишь. Точку сбора сюда уже ставим. Здесь. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Тут минируем, возвращаемся. Нова возвращается. Поняла. Куда-нибудь сюда. Здесь пристроечку. Заказываем еще. Какова ситуация? Положить ситуэйшн. Ладно, эти простые. Довольно-таки простые. Только вот я зря ХП потратил. Этого тоже делать не надо.
Эй, Нова. Ну потому что уже, видите, один из наших. Мне нужно сюда уже идти. На центр, а потом, кажется, снизу пойдут атаки. То есть надо уже делать бункер вот здесь вот. Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. Запрыгиваем раз, газ берем два, и тут просто атакуем вот так вот. БС. Раз, два, три, возвращаемся. Раз, два, три, возвращаемся. Что у нас здесь? Здесь у нас кое-как. Ну, пусто. Ладно, тут справились, да? Без меня практически. Свон, комплекс зачищен. Зачистили комплекс. Давай армор сделаем еще. Здесь запрыгиваем. Думаю, что надо сразу и второй бункер запилить. Так, дальше слева. Остерегайся эфиеткой желчи. Какой у нее взбудораженный голос. Повтори. Выдвигаюсь. А, они по низу идут. Я обо всем позабочусь. Окей, я понял. Раз. Выполняю. Начинаю штурм. Ближе к телу. Недостаточно энергии. Уже в пути. Смерть на пороге. Да заказываем риперов респект. Сюда. Вот нужно риперов, конечно, было сделать. Станем их. База союзников. Атакована. Запрыгиваем. Так, здесь раскидываем. Главное, у входа к бункерам, если мы хотим. Будь начеку! К нам движется противник! Да хватит психовать, я тоже психовать начинаю, слышишь? Недостаточно веспена. Успокойся уже! Приближается противник, вижу. Раз. Вас. Вообще нужно станить на подходе к бункеру, ну, когда они за бункером уже, на бункере уже. Хотя тут-то осталось всего ничего. Минку разрушили, вообще грамотно. Надо бараков добавить, барак, по крайней мере. Ладно, добавлю два, потому что газ уже, видите, заканчивается. Где у нас... Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. По двум направлениям идут. А, перебить надзиратели. Вот что я хотел. Вот-вот-вот, кого надо было убить. Улучшение завершено. Хотя мне послышалось, что там надзиратели. Требуется дополнительное. Опять хранилище дополнительное. Слышу тебя хорошо. А где надзиратели-то? Выполняю. Непонятно. Так, здесь что? Здесь все, да? Здесь что? Здесь еще мин. Здесь хорошо с минами все. Наверное, надо сейчас сюда уже отправлять пацанов. Я бы здесь еще бункер запилил где-нибудь. Ну, давай здесь запилим бункер. Жду подтверждения. Ой-ой-ой. Уже в пути. Поняла. О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Вот этих надо заранее мочить. Ну тогда, чтобы они зеленку делали прям. Прям загодя. Выполняю. Поняла. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Ой, пройдут. Ой, пройдут. Ладно, стань. Все, отлично. Хилочка бы. Так, значит. Здесь, да, здесь. Так. Подходящее место для посадки. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. Справа атакам. Что я могу? Что я могу? Что я хочу? Я хотел еще сделать вот сюда, вот, да. Здесь, прибыл, кажется, новые. Новые. Я хотел сапплаев сделать новых. Есть. Ой, как много! Я обо всем позабочусь. Давай, удиви меня. Слышимость отлично. Вроде норм. Кажется, сейчас научная будет. Надо снизу, я думаю, делать больше бункеров уже. Какова ситуация? Пристройка завершена. Так, что вы хотите от меня? Что я могу сделать? Да, есть. Сюда по-быстрому, очень быстро. Чем быстрее я туда приду, тем лучше. И здесь бы бункер разместить.
Не волнуйся, я уже близко. Ложись на меня. База союзников атакована. Ближе к цели. Выдвигаюсь. Уже. Все. Они отобьются вообще сами? Кажется, не отбиваются они я здесь. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Поняла. Положись на меня. Выполняю. Или отобьются? Выдвигаюсь. Может, отобьются. Отобьются, молодцы. Уже в пути. Так. Молодцы. Только надо, безопасно. Да, взять и этот аддончик. Кое-какое снаряжение. Так, давай, где тут рабочий? Рабочий я хотел. Рабочего на бункеры. Раз, два. Девчонка? Давай, три. Серьезно? А меня там подкалывают. По поводу девчонки. С двух сторон нападают. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Ладно, с Богом. Снова на связи. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ё-моё, там положись зелёнка. Слышимость отличная. Нет! Ну что ж ты так падаешь-то, ёшки-матрёшки? Все, понеслась. И все похерилось сразу же. Нова! Внешняя линия нашей обороны едва держится. Ну конечно, меня нет, значит все уже... Давай сюда чиниться. Минус два бункера. А это как бы вообще далеко не все. Наверное, надо к криперам возвращаться. Недостаточно минералов. Строимся здесь. Отлично сработали. Ну, фиг знает. Побежден. Минералов не хватает, но возвращается. Вот это я понимаю, да, тут я нафейлил, конечно. Поняла. Надо больше здесь бункеров своих сделать. Снова на связи. Слышимость отличная. Поняла. Смерть на пороге. Начинаю стук. Да. Кому перерезать глотку? Кому навесать? А? Смерть на пороге. Еще риперы. В ультралиски. Блин. Поняла. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Поняла. Выполняю. База атакована. Не, ну сейчас нормально. Слушаю, когда на дело. Жду Какова ситуация? Чини, 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 родная. К нам приближается что-то большое. Уже? Надеюсь, ты готова. Всегда готова. Станем по КД. Выдвигаюсь. Лечи меня. Чего тебе? Нова на связи. И мин тут как нельзя не кстати нет. Может, Ири их реально покайтить, его покайтить. Месторождение уже идет. Сейчас попробую его на мину завести. Слышу тебя хорошо. Смерть на пороге. Поняла. Чего тебе? Не, изи. Месторождение минералов выработано. Если будет там десяток головорезов, то все отлично. Повтори. Жду подтверждения. Что происходит? Снова на связи. Недостаточно минералов. Окей. Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Клевая миссия. Помощь ценна и своевременна. Мне нравится. Жду подтверждения. Месторождение минералов выработано. Минералы заканчиваются, генералы наши. Но понятно, к этому моменту уже все, мы обречены. Так, а тут случайно не осталось? Осталось. Минируем последними минами.
Противник собрал не осталось. Все силы для последней атаки. Тоже ты не осталось. Их. Тебе. Тут мины есть, тут мин еще больше. Все, минералы, все. Каюк. Есть, сэр. Ура! Повтори. С какой стороны помогать, вот я не знаю. Месторождение минералов выработано. Уже в пути. База атакована. Ёшки-матрёшки. Атакована. Да тут база просто ад. Атакована. Там, где нет новой, там все пробьется. И там, где тоже ново есть, тоже пробьется. Но здесь хорошо бы хотя бы вот так вот сделать. И разок шмальнуть кушкой. Кушка когда? Кушка вот она. На бейлингов что? Ё-моё. Как тут совсем все дико. Адмирал Хорнет, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот Императора. Что? Ну, короче, бункер мы отдали. Но миссию прошли. Красный экран, все дела. Я не буду перепроходить, но думаю, что можно. Точнее, не думаю, а уверен, что можно пройти со всеми ачивками. И сегодня войска Императора в очередной раз показали свою беспомощность. Да, там бараки поставят, проходы как-то. Мины по-правильному расставить. Защитники человечества. Мы сделаем все возможное. Это вам на домашнюю работу. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Черта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с Императором в другом месте. Мариков оставили. Кидалы. Да, построено на века, видите? Нет. Ну, тут, конечно, нужно на уровне сложности боец. Не ветеран, не эксперт уж тем более. Или какие-то там уровни сложности. Боец, это, кажется, предпоследний. Или предпоследний. Ну, короче, на эксперте достаточно сложно. С первого раза точно не получится пройти, но если приготовиться ко всем волнам, адекватно расставить защиту, разминировать, заминировать все, и там успевать, то, я думаю, вполне реально. Боец это второй после новичка. Второй после новичка или следующий после новичка? Ну, видимо, второй, в смысле третий. Попец. Генерал Дэвис поддержал Императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении. Как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель? О, иного. Ваш специалист по Каламбур? Технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Опять негр. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Вспомнил, как борщ варить. Ёпрасоте, я знаю кунг-фу. Не работает. Я вижу только город, где выросла. Такая боль. Но он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить.
Я не была там после атаки зергов. Хм. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. Извините, что я немножко за сюжетом могу не следить. Кстати, боец — это действительно второй уровень сложности из четырех. И в прошлой миссии нам удалось... Мы потеряли всего 7 строений. Так что вообще так изи вот можно пройти. Было 4-й попытки, бы справились. Надо было у до конца довести. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Буферизация данных спутника. У меня буферизация ассоциируется с старым гудгеймом. Буферизация. Для начала я укреплю периметр войсками. А что там со старым? Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. Так, какой у нас план? Мародеры стреляют по бедным зергингам с фугасами. Я как раз адаптировал прыжковый привод. А, один строение я потерял. Кто-то меня дезинформировал в чатике. Да ты шутишь. Это просто невероятно. Это наука. Используй их с умом, и нас ждет победа. Так, сказали что-то про ум, я боюсь напортачить. Разведданные, выполните бла-бла-бла. Раш бункерами. Прикольно. Заполните войсками 2 укрепления в первые 10 минут. Задание разведданные. Выполните задание разведданные на сложности бобрец и выше, не уничтожив ни одной боевой единицы защитников человечества. Как-то сложно. Невидимка. Да, типа по стелсу надо. Экипировка, новое снаряжение. Я ж снарягу новую обнаружил. Так. Увеличивает радиус обзора новой, дальность атаки при использовании дальнего оружия боя на 2 для снайперской винтовки. Будет классно. Но мы не будем мапхачить. То есть у нас не будет обнаружения вражеских единиц. Вот, доктор Нобы там что-то, гифку уже сделал. Да, да, как-то так. Так, и костюм, маскировочный костюм и прыжковый костюм. Но прыжковый это нам в прошлый раз дали просто. Прочный, позволяющий, повышает запас. Но, скорее всего, надо сейчас стелсовый брать вместе со снайперской винтовкой. А вот светошум, либо... Да, наверное, придется вернуться к основной, потому что нужен дамаг АОЕ. И без... В общем, вот так как-то будет, скорее всего, мы попробуем... Раш бункерами, да, укрепление, награды, впрыск стимуляторов, постепенно восполняет здоровье новые, временно повышает ее скорость атаки и передвижения. Окей, окей. Так, заполнить в 10 минут 2 укрепления, это изи, не уничтожив ни одной боевой единицы защитников человечества. Очень странное название, кстати, для организации террористической «Защитники человечества». Понимаете? Интересно, какими методами они добиваются защиты человечества, если не мочат мирное население. Какие они же тогда террористы? Ладно. А, улучшение войск? О, улучшение войск. Нашим войскам доступны последние военные разработки Доминиона. Выбирай. Благо есть из чего. Выбери любую единицу. Так. Улучшение. Морпех. Новые технологии. Неужели стимпак? Да, суперстимулятор. Спасибо, Blizzard, за такие замечательные апгрейды, оригинальные. Я в полной мере насладился отсутствием стимпака в прошлой миссии. А теперь, о боже, я смогу вкалывать, как в первом Старкрафте, Мариком дозу. И они смогут стрелять. Чаще. И бегать быстрее. Увеличивает скорость атаки передвижения 15 секунд. Восполняет еще здоровье. То есть это такой гуманный стимпак. То есть вроде как наркотик, но очень хороший. Рекомендую. Ладно, головорез. Улучшение. Улучшение всегда можно изменить, если того требуют обстоятельства. Ясно. Тут мины, есть какой-то прицел, лазерное наведение, дальность обзора на D2 и дальность атаки. И вы не поверите, суперстимуляторы. Хорошо.
Мародер, фугасы, что ли? Суперстимуляторы! А, этот позволяет обучать мародеров в казармах без лаборатории. Не, не надо нам казуальщины, лучше стимпак возьмем. Так, я считаю, всем стимуляторы, пацаны. Прожал всем тэшечку и не знаешь. Прыжковые двигатели. Кого-то они мне напоминают. Они напоминают мне, во-первых, разновидность зерглингов в компании. Прыглинги, ну или как там их звали, которые напрыгивали на противников. И ну, их не было в компании. Ну, головорезов, да, они чем-то напоминают. Нет, кто-то еще. Прыжок варваров в Диабле 3 напоминает. Хдыщ. Да, это лип. Это классический лип. А, нужно оснастить нажать. Ребята. Ладно, я возьму стимпак. Но помни, улучшения уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения. В смысле помнить? Вы мне только сейчас об этом сказали. Как я мог об этом помнить? Спасибо, я уже планы настроил на следующую миссию. У меня все со стимулятором вкалываются и бегут вперед. Но помни, тебе еще возвращать кредит. Какой кредит? Но помни. Окей. Ладно. О, минки у танков это исходцы. Heroes of the Storm. Прыжковые двигатели у танка. Круто. Ну вот это имба, конечно. На такие возвышения танки можно ставить. Вообще класс. Беру. Ох, вы меня, конечно... Ладно, мариком делаю стимпак. Выбираю с гелитрона. Гелитрону этот чертов... А рейндж кому? Мародером рейндж получается. А, нет, мародером только... Короче, балаган получается. Лазерное наведение у головорезов, стимпак у мариков, прыгают у нас танки, вы не поверите. Тактический модуль у мародеров. Ну, будем обучать в этих... без пристройки и с реакторами, соответственно. Ну, ограничивают, ну что ж поделать. Никуда не деться. Прыжковые на танке важнее, на мой взгляд, чем на гелитронов. Мариком дальность возьми, она нужна будет. А я не знаю, что меня ждет впереди. Я же могу переназначить, правильно? А сейчас попробую стимпак. Но спасибо за спойлер. Прыгающие танки в полете могут сбивать воздушные цели. Но если муталиск напрямую подлетит... Мы вообще, еще будучи мелкими, играя в первый StarCraft, задавались вопросом, а чего танки, сидж-танки, не могут по воздуху стрелять? Но они же все равно как бы такие продвинутые, раскладываются. Почему бы нет? Мутку могли бы контрить нормально. Вот, но есть вопросы, на которые мы никогда не получим ответов. Давайте попробуем миссию пройти. Бань спойлеристов. Там есть специально обученные люди в чате, которые банят нещадно из спойлерастов, спойлеристов, спойлерунов, всех мастей. Товарищи, которые думают, если они прошли сами или видели стрим, могут поделиться своим ценным, безусловно, знанием со стримером, чтобы он, ну, видимо, не повторял ошибки или не получил бесценный опыт. Не знаю, чего они хотят. В любом случае, мне это не нужно. Ошибаться я привык. Опыт получать тоже. Понтовый корабль.
Динамические выстрелы совершаются без учета упреждения. Да, все бы хорошо, если бы выстрел танка не был молниеносным. В этом-то и смысл, что он хоп и уже там. У подходов к укреплениям обнаружено заражение. Господи, чего вы хотите от меня? Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Прыгай! Прыгай! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Так, хочу... Какова ситуация? А что я хочу? Я хочу... Слышимость отличная. Дикие зверги. Выполняю. Войска в укреплении. Выдвигаюсь. Окей. Так а что вы от меня хотите? Головорез. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Я понял тебя. Недостаточно виспен. Так, а можно виспен еще? А, можно, конечно. Что происходит? Резен готов. Так. Так. С заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. А, понял. То есть ты хочешь, чтобы я туда мародеров зафигарил, да? А я-то думала, я эксперт по маскировке. Выполняю. Поняла. Так, ну план какой? Мы расставляем танки на возвышениях где-нибудь. Штампуем мародеров. Ну и опять мне про сапплаи напоминают. Красавцы. Слышу тебя хорошо. Так, тут тоже все вроде бы. Поняла. Что-то валит и валит, и валит, и валит. Так, одну хрень уничтожил. Ладно, окей, значит, тебя сюда. Сколько у меня есть времени там? А кто меня там видит? А, Квина меня видит. Поняла. Я понял тебя. Тут еще явно видит. Рейндж, причем, показывается, а я вот не вижу, как... Как Нубас. А, вон туреточка. Ну я не могу ее так просто. Да хорош. Могу вот так вот сделать? Могу только с нескольких заходов. Окей, тут раскладываемся. Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж, мы ведь здесь не на отдыхе, правда? Нова. Я завершил подготовку ядерной ракеты. Мне нужны... Мы проведем запуск по твоей команде. Ракеты? Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. Так, хорошо. Значит, это припасем. Да как вы меня видите? Задрали. А, еще туретка снизу. Может, накрыть? Да я уж тут столько всего... Ближе к делу. Слышимость отличная. Тут можно было танк подвести. Еще бункеров, наверное, надо построить здесь на входе, чтобы... Повтори. Поняла. Да, я тут, конечно, косячил. Выполняю. Все, надеюсь. Слава богу. Так, и мародеров завести. А где обратный отчет? 5 минут. 5 минут. 5 минут, так 5 минут. Второй барак достроим. Достроим второй барак. Сапплай еще. И рабочих еще. И снизу надо прикрытие сделать. Здесь еще пару танков нужно заказать. Отбой, места мало. А, хорош. Застревающие пацаны. Бункер, бункер, бункер. Жду подтверждения. И, наверное, стоит уже первых мародеров сюда заводить. 58-59. Сапплай, можно еще один? Спасибо. Нюку надо куда-то сбросить. Я пока не знаю. Сюда, наверное, надо закинуть. Так, нумеруем бараки. А, вот как оно работает, ясно.
общем, можно было и догадаться, но я, как обычно, молодец. Нова, я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества. Спиды в ходе атаки зергов. Сюда, Нюку. Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь в эвакуации. Я этим займусь. Эвакуация, да? Наверх пройти. Ага, понятно. Ну, я в любом случае миссию буду переигрывать. Мне вообще очень нравится такой подход, что можно... Что миссия настолько хорошо проработана, ну, что ее на максимальном со всеми челленджами ты сразу и не пройдешь. А, тут не спуститься просто. Ёшки-матрёшки, я думаю, что так они рядом-то стоят-то? Оказывается, тут прохода нет. Проходим, проходим, ребят. Так, ДДДДДДД. Здесь еще пару танков. Ресурсов не хватает. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Я старался. Да, я это умею. А чё не заходим, пацаны? Тебе не придется ее. Пацаны, не заходим, чего? Жду подтверждения. Говори. А, головорез! Янубас! Какова ситуация? Надо читать, что пишут, ё-моё. Ладно, я пацанов сюда домой отправлю. Да, головорез. Сюда закинуть надо пару танков. Короче, закидываем по одному, по два танка на возвышение. Сюда, сюда, сразу на старте. Так, я успею вообще в 9? А, я не успею. Ага, прикольно, уже зафейли на ачивках. Так, и не должны упасть никто из... А кто? Где вот эти вот, которые не должны пострадать? Ё-моё, тут такое мясо. Ты приближаешься к улью зергов. На твоем месте я бы повернул назад. Слушай, не советую. Выполняю. Не рассказывай отцу, как говорится, как правильно играть в StarCraft. Мы здесь не ради зачистки планеты от зергов. То у тебя свои цели, у меня свои. Я штурмую базу. Слушайте, сюда надо ядерку просто кинуть будет и все. Ну понятно, они хотят, чтобы я не сувался туда, куда не надо. Понятно, ребят. Ой, тут головорезы еще. Ладно, короче, я сразу ределаю. Подождите, начать задание. Мне нравится. Мародеры 2-3. Короче, сейчас танчик туда, танчик сюда, бункер там, бункер здесь, рабочих строим, с саплаями не втыкаем. Нова пошла сразу же на первую точку, сразу же кидает нюку. А может кидает, может сразу на базу зергов нюку. Нет, сначала вот эти вот две точки, ачивку выполним, потом будем двигаться. Работаем. Работаем, экшен. Так, это 4, это 5, это Нова пошла опять вперед. Здесь мы... Запрыгиваем сюда, раскладываемся. Здесь в бункер, здесь сюда, здесь перестройка на X. Сюда, сюда, сюда. Рабочий, рабочий, рабочий. Сапплай пока есть, все хорошо. А, бункер еще делать? Конечно же. Конечно, как говорится, же. Уничтожь заражение как можно скорее. Как бы мне тут. Я буду сразу кидать вешки в детекторы. Да как? Как видит-то? Так вина, скорее всего. Слышимость отличная. Здесь надо стоять и стрелять, поняла. Пока у меня не нормализуется ситуация. Так, танк, говорю. Пошевеливайся. Дикие зерги тебя обнаружили. Дикие зерги, вообще дикие. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Поняла. Слышу тебя хорошо. Да как ты видишь-то, слон? Так, танчик там как, где вообще? Так, Нова, ну Нова! Я ж тебя халдил. Блин, сейчас уже не подойдешь из-за этих барсуков. Поняла. Уже не прав я. Ладно, одного здесь разложим, раз, прыгнем, два, пока большая часть пойдет. Да не... Ну, ай, забей. Повтори. Так, накидываем раз, накидываем два. Так, барак.
пара танков. Хотя бы по одному бункеру внизу. Здесь построим раз. Нюка делается. Так, надо, наверное, мародеров я хотел там сразу подводить, чтобы они помогали. Хотя не уверен, что они помогут там. И одного рабочего на починку бункером. Рабочих нон-стоп. Вроде газ есть. А, я хотел танк сюда закинуть. Ё-моё. Так надо было сделать. Вот так надо было сделать. Пыщ. Танк же сейчас шмалять будет. Вот, может, даже первый танк. Не, второй танк. Надо было вести сюда. Вот, и танком можно спокойно разуплотнять ту же самую турельку. Сразу следующий танк на возвышение. Здесь сверху на будущее один бункер. Ладно, садись сюда. По внимание привлекать. И, наверное, сапплай я вижу нужен. Делаю сразу два. По КД надо стрелять по этой штуке. Мародеров подводим сразу же. Мародеры на Д запомнили. Это фактически замена тем же самым бункерам. Вот эти вот точки. Так, нюка готова. Теперь можно разместить тут войска. Пошли мародеры, точку сбора сразу я сюда. Завершил подготовку ядерной ракеты. Так, ядерку кидаем сюда. Отлично, Райди. Ой, ну танк, ну не надо было так отдаваться-то. Меня попробуют задавить числом. А, сюда не пройти им, да? О, можно сюда запрыгнуть. Опа! Нова на связи. Так, тут ядерка, хорошо. Я во всем. Значит, мародеры ДДДД еще там достраиваем мародеров, тут двигаемся дальше. Проходим. Рабочие там как? Рабочие кое-как. Тут держимся, держимся. Да, только бункера уже нет. Ну что ж такое, ну. Надо укрепляться с бункерами с той стороны, с которой. Да. 2 из 3 и 3 из 3, да? Теперь риперы сюда. Мы успеваем вообще с колоссальным запасом успеваем. Нам дальше не, даже не сказали про. Давай-ка сапплай. Я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества, сбитый в ходе атаки зергов. Как мне прорваться? Вижу, турелька одна смотрит. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Окей, я понял. Значит, здесь все, здесь. Головорезов я вроде как обучаю, но они. А что тут прошло? А, ну ясно. Нас предали, пацаны. Прорвались. Ну, тут надо бункер было там не наверху делать, да, второй. И его наполнить в первую очередь. Наши КСМ атакованы. Положись на меня. Поняла. Иначе видите, какая хрень выходит. Слышу тебя хорошо. Ладно, я еще немножко слышу, постреляюсь, отличная. Поиграюсь, но это. Там Квина еще. Нет, там инфестор. Сюда бы нюку заряжать. Слышу, быть отличная. Твою ж медь. Классно, вообще классно. Головорезы еще не добежали. Окей, так, значит. Какие выводы? Снизу справа 2, а то и 3 бункера надо заполнить. Один танк наверх, второй, который строим, сразу же идет. Не, нужны рабочие, нужно больше танков. Мне газа не хватает, вторую газилку поставить заранее. Будет больше танков, все это мясо развалится легко. Привет, где твой фейс? Я не хочу своим фейсом портить Новину попу, понимаете? Тут как бы надо четко себе отдавать отчет. Где твой фейс, а где. Ну, вы понимаете. Я адекватно оцениваю свои шансы. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вот. Не знаю, как мы вы. Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Так, рабочие, рабочие, рабочие. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Мы подспамливаем тут.
таким образом. Но я хочу танчик сюда сразу же. Главное доставать до этого детектора. Недостаточно минералов. Поняла. Пошевеливайся. Дикие зерги тебя обнаружили. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Нельзя не оценить остроту шуток. Жду подтверждения. Ну нельзя не оценить просто. Так, прыгаем танком сюда. Прыгаем танком, что я несу? Так, я хотел же бункера добавлять в конце-то концов. Танки не разложил. Я бункер поставлю, пожалуй, поближе к... Не, вообще надо было сначала танком профуксить эту штуку. Саплаев не хватает. Ну хорошо, тут под саплаи сделали быстрое строительство. Все, можно уже спокойно тут стреляться. Я, пожалуй, этот второй танк поставлю сюда. Учитывая то, как там Риана пойдут, а мародеров сразу сюда. Ну, это как танк постреливает лихо. Только не говори, что ты не можешь пройти. Отлично. Как вот бункер я криво построил. Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. Так, нюка не откатилась. Я хотел второй барак сделать. И вообще лучше, конечно, реактор сделать. Что-то я тут протупил. И нон-стоп рабочих, нон-стоп рабочих. Точка сбора мародера, да, сажаем мародера, раз. Слышу тебя хорошо. Наверное, нюку я не буду сюда тратить, она не нужна. Приготовься к бою. Кто, где, кто? А, снизу заходят. Не хочу возвращаться, если честно. Не уверен, что получится без возврата. Поставлю еще один. Хотя этот бункер пустышка не поможет, скорее всего. Опять саплай. Господи. Ну хватит, ну... Что вы со мной делаете? Нюка почти откатилась. Давайте я нюку сразу на квестовую тему потрачу. Ядерная ракета готова. Ну, чтобы ее сразу сюда запилить. Я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества. Спиды в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Пыщ. Несколько доминионских военнопленных. Пыщ. Им нужно помочь. Да, предполагается, видимо, что я... Я этим займусь. Да, и мы сразу этих... Я завершил подготовку ядерной ракеты. А, я же еще не... Алло, ачивку не сделал. Там море времени для ачивки. Два мародера готовы. Здесь рипер. Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. Я нашла выживших. Фаербатов. Они целы, невредимы и хотят помочь нам в бою. Здесь еще какие-то чертежи защитников. И единственное, что надо... Наверное. Как интересно. Как интересно. Недостаточно. Так, ну вот этих вот надо забрать. Ультралиска надо убить, потому что... Недостаточно энергии. Потому что наши защитники... Смерть на пороге. Жду подтверждения. Ой, псы. Сюда бы пару рабов на починку. Даже одного хватит. Еще я по грейдам лажаю полностью. Так, тут прикрываем. Тут, ну пусть добивают. Что по грейдам? Армори как? Не уверен, что армори. Надо, наверное... Ой, тут прорвались гидролиски. Прости, пожалуйста. Не дотерпел немножко я, да? Не дотерпел. Ладно, сейчас разберемся. Еще одного головореза нужно. Так, а какая там еще задача-то была, господи?
Опять бункер. Строишь их, строишь. Бункеров нет. Саботирую, дергим. Так, за достижение одно есть. Там типа не уничтожьте ни одно строение, непонятно кого. Сопротивление, что ли? А может речь о зараженных хранилищах, которые я тут все уничтожаю просто? Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да. Твою я шметь. Это умею. Давайте грейд на атаку. Не придется ее расхлебывать. Армори у нас есть, есть возможность построить. О! Наши КСМ атакованы. Так, риперы заняли позицию, мародеры заняли позицию. Ну, ачивку-то дали за что-то, правильно? До танков еще достреливают, как оказалось. И начинают сверху еще пробивать. Расположить войска в укреплениях. Окей, то есть нам нужно еще в четырех укреплениях поработать хорошенечко. Окей. Давай-ка ВФ, да, факторочку сделаем одну еще. Пусть починка работает. Какие там следующие? Морпех. Окей. А тут пацаны забытые, блин. Вот они бы здесь очень были, кстати. Поставляем танки. Ядерная ракета. О-о-о! Может, сразу зарядим? Ну, а чё мелочиться? Все равно же проходить сюда нужно. Так. Жду подтверждения. Пропустили эффектный взрыв ядерки. Полная разруха. Так, кто видит нас тут? Уже в пути. Вижу туретку. А мог ли я? Я думаю, мог. Давайте сразу мариков делать. Ближе к тебе. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Выполняю. Ближе к тебе. Недостаточно энергии. Улучшение завершен. Недостаточно энергии. Вооружен и опасен. Так, давайте добьем последний детектор. Но вот здесь как-нибудь сама некоторое время пробудет. Сплаев, как обычно, нет. Сплай, наверное, уже имеет смысл строить. Как-то на входе. Огораживаясь. Да, надо было строение, видимо, вот эти вот бараки, они уничтожают зараженные. Но это чистой воды какая-то эстетика, не знаю. Как по мне. Тут перестройку для... Тратить еще ману надо периодически, возвращаться к Нови, просто чтобы, ну, чтобы урон наносился вне зависимости от. Надо мариков, наверное, вести уже. Хотя зачем вести, если можно точку сбора поставить, мне же все равно эти марики пригодятся. Танк бедный уже, 53 килса у него настрелял. Надо сюда точно было второй на... заводить. Так, раз, два, три. Три точки, да, еще у нас? Два из пяти, да, два из пяти. Здесь не все, здесь... Блин, здесь грейды. Армори уничтожили вроде как. Надо бункер поставить. Давайте я просто добью этот... Все, и пусть марики бегут. Да, только у них проблема. Они на точке сбора все это время отдавались. Новая должна была прикрывать их. Осторожно. На моих сканерах опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Справишься, атака будет. Ой, бедные марики, никак они не дойдут. Слышу тебя хорошо. Выдвигаюсь. Жалко их даже как-то. Понимаете, жалко. Тут еще закопанные зерглинги есть. Не, надо взять и пройти просто. Собраться мыслями и пройти. Так, утка подгорает. Надо больше бараков.
Ой, еще сверху. Ой, там еще танк убили. Ой, классно-то как. Точку сбора меняем. Я обо всем позабочусь. Блин, тут бункеры, рабочих нет. На халяву начинают мне сносить муталиским. Ядерные ракеты. Если ядерная ракета, то куда? Ориентировочно на следующую точку. Но у меня все еще предыдущая задача не выполнена. Ладно, давайте лучше. Подсвечиваем. Пробегайте, пацаны, там буквально добежать нужно. Ну, 6 человек. Ну разве мы не дойдем? Похоже, что нет. Ой, слушайте, они сами стимпачатся. Это просто праздник какой-то. Брудлорды! Давненько я вас не видел, давненько. Да, тут, если бы не Нова, вы знаете, тут... как бы и с Новой не получается. Ну что, ребят, один Марик несчастный. Какова ситуация? Беги, родной, ты герой. Поняла. Все, вроде. Выдвигаюсь. Так, следующий, головорез опять. Сверху ультралиски уже прут. Бункеров нет. Уже надо мародеров ставить. Прикольно, спорка расстреливает издалека. Ладно, хорошо, допустим. Что мне нужно? Тебе нужен армори, блин, который уже во второй раз убивают. Надо ставить просто в правильных местах. Тебе нужно еще пара танков. Тебе нужен здесь рабочий на починке. А лучше два. Один сюда, один сюда. Сюда хотя бы там мариков засунуть. Тут рабочих сделать. 12 из 21. Стыд какой. Ой-ой-ой, а тут атака новая с брудлордами. Хотя бы брудлордов надо забрать. Ну тут такая куча роучей, что я не могу сдержать себя. Этих, да, снайпшотами отстрелим. Изи просто. А ритм-то хороший у игры. Ну, чем-то напоминает, знаете, миссию с... выполняю. С Сарой, ну, в прологе. То есть... база атакована. И тут брудлорды, вот это плохо. Ну, уже как бы либо викинги нужны, либо одно из двух. Что марики тут не помогают, они просто не достают. А на халяву так терять каждый раз. А, космопорта нет. Ну, любопытная новость. Не, я, конечно, могу бегать постоянно вот так вот. Да, в эпилоге, конечно. Так, нам нужны головорезы. Ну, туретки-то можно, но брудлордов-то они не остановят. Ну, попробовать можно. Бункер надо достраивать, рабочих нужно строить. Здесь надо достроить. Ой, молодец, какая новость. Мародеры, стреляющие по воздуху по муталискам. Это круто. Кстати, рейндж, вот этот апгрейд, помогает издалека детектор простреливать. Ох, и здесь нужно помогать. Рабочих нон-стоп. Снайпшоты по ультралискам. Чувствую себя хэппи. Так, головорезы, Михаил, головорезы. Головорезы сюда. О, слышимость отличная. Либо здесь забрать. Не, давай лучше сюда. Дарю вам мирный ад. Сверху атакует, господи. Недостаточно минералов. Головорезов сюда как-то надо завести. Но сначала очистить, конечно, от... поняла. От этих товарищей. А может взять из тех, кто у меня здесь? Раз, два. Нет, не очень. Сапплай... хотя выжили сапплай в центре. Может быть, стоило... база атакована. Слышу тебя хорошо. Уже. Стоило сапплай реально перед
Ах, опять эти гады расстреливают. Справится вроде и так без меня. Я лучше здесь останусь. Вот тут сплай не надо было уничтожать. Так, теперь быстренько головорезов. Раз, два, три, четыре, там пять, шесть, семь, восемь. По-быстрому их проведем. Вот на эту точку, где-нибудь между волн. Тут нормально, стреляем, весело. Правда, все равно погибают. Там рабочие, которые на починке, периодически нужно возвращать их и чинить. Точку сбора на новую лучше поставлю. И сверху, и справа, и слева. Ах! Все, что я тут... настроил. Так, риперы уже бегают за новые, это очень хороший знак. Давай еще пару танков вот сюда, в кучу, потому что все уже достреливают. Линия обороны все постепенно продавливается. Так, это 4 головореза зашли. Еще двое. Пацаны... А это четверо, типа, вышли, и вот, собственно, все. Окей, тогда вот эту вот волну прикроем. Оп, оп. Все, вроде добежим. Да, добежим. Бах! С брудлордами лезут. Всем по хедшотику. И разбежались дальше. Последняя точка. Морпех. Совсем недалеко. Я даже думаю, что надо просто морпехов в кучу назаказывать. Поняла. Только нужно диких зергов тут просто для начала уничтожить это логово. Ой, ребят, вот вы уже не в тему. Только марики бегут через... Да. Точку сбора я им вниз. А там барак до сих пор не достроен, да? Да, там война. Так, ну место уже расчищено. В принципе, можно... можно заводить. Первая партия из 6 мариков уже бежит. Давайте под стимпаком, активнее, пацаны. Трое забежали, да, очень резво забегает. Тык-тык-тык, все, готово. Что-то еще от меня требуется? Нет. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Можно перепройти ее для ачивки, но... наверное, не стоит. То есть это тем более... Опа! Опа! Любопытно. Чем они тут занимаются? Стоп! Это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. И с чем, пацаны? Вижу какой-то прототип энергетического меча. Может пригодиться. Ох, Blizzard, Blizzard. Я должен его изучить. Конечно. Но сперва полевые испытания. Не, ну понятно, что Star Wars, все дела. Но в тренде сейчас X-чем. Поняла. Так, урон 100. Мономолекулярный меч. Мономолекулярный. Выполняем. Уже в пути. Есть гренка. Ну чё, будем я резать. О, а то что сейчас было? Отлично. Ой, ну басы. Я задержу противника. Задержишь, конечно. Разбиться на патрули. Не терять бдительность. Оу, я зератул. Выдвигаюсь. Эй, кто это сделал? Я обо всем позабочусь. То, что ну, у зератула вот такая же штука, да? Тут была похожая, по крайней мере, прыжок. Выполняю. Ближе к делу. А, на ачивку, говорят, не надо убивать. Слушайте, а как посмотреть ачивки-то? Журнал, наверное, да? Нет, не журнал. А, их убивать нельзя. А, это типа... А, вот в чем... Понятно. Можно загрузиться? С автосейва. То есть... последний. Достижение же.
Достижение же ж. Паучье чутье, побег. Убейте выстрелом. Это было внезапный. Наверху где-то. Заполните. Я ж сделал это. А, видимо, еще не закрыли, типа, их. Где мои задания? Не, ну, на самом деле веселее резать. Выдвигаюсь. А, хотя вот тут, типа, челлендж я будет. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. А, те, которые сделал, они светлые, а эти нет. Огнемет, да. Завершите на уровне сложности, не превышая лимит, невидимка. Не уничтожить ни одной боевой единицы, защитник человечества, вот оно. Невидимка. Ну все, невидимка. Будем тестить меч, не убивая никого. Кнопка фильтра есть. Да я с интерфейсом вообще не дружу. Надеюсь, что автосейв будет с начала миссии. Чтобы меня настораживает скорость загрузки. Всем добрый вечер. У нас компания по Старкрафту. Нова. Незримая война же называется, правильно? Отлично, я подготовился к трансляции, я считаю. Ну, написано в заголовках, как бы, не перепутайте. Секретная операция, бобра. Секретная операция? Не уверен. Так, хорошо, мы никого не убиваем, да? У нас есть клевый меч, но мы никого не убиваем. Новобранцы в Барии закончили обучение. Погоди. Используйте рывок. Не, я не хочу использовать рывок. Расписано, патрули! Не терять бдительности! Патрулируй, не патрулируй. Бдительности, значит. О! А то что сейчас? Эй! Выполняю. Поняла. Блин, задел одного. Уже убитые есть. Какие убитые? Не знаю никаких убитых. Вы ничего не докажете. Не майся на эксперте невозможно. Все, челлендж accepted, ну бас. Кнопочки есть новые, не атаковать. А, сейф надо раньше. Так она по скрипту убивает этих троих. Вот миссия начинается. Так, все, запретить атаку. Ближе к делу. Так, мне вообще никакие кнопки нельзя использовать. Хотя граната-то оглушает. Оглушает. Я найду хорошо, его. Это может помочь. Поняла. Урона там никакого же. Похожим. Погоди. Используйте рывок. Никакого рывка. Одна расписано кнопка. Я играю через одну кнопку. Не терять бдительности. Блин, а мне туда пройти нужно. Значит. Слышимость отличная. Так, то есть нужно оглушить. Поняла. Вот. Уже в пути. Да как? Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Убегу. Не убегу. Пацаны, сейчас пройдем. Понял, прошу прощения. Нет тебе прощения, Bloodlust. Только подписка на премиум может дать тебе какую-то индульгенцию. И то не всегда. На премии, кстати, Full HD 60 FPS, нет рекламы, статус, смайлики в чате анимированные. Ох, классно. Пацаны зеленые тебе в чате расскажут. Слышимость отличная. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Так, а я же оглушить могу центральную. Бдительности, значит. А, мне рейнджа не хватит. Положись на меня. Не, надо справа оглушить просто. Ближе к делу. То есть забегать сюда. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. О! Это что сейчас было? Дело. Так, следующее. Раз-два. Но тут с оглушающими. А вопрос, куда мне идти? Влево, вниз? Господи.
Ну, этот двигается, а этот не двигается. Выполняю. Поняла. Положись на меня. Ё-моё, это интересно уже. Уже в пути. Это по всему периметру, да? Где проход? Проход дальше. Я обо всем позабочусь. Да. Поняла. Тут несколько заходов, что ли? Мертвая зона внизу есть. То есть оглушить вот этих вот можно. Не, надо по часовой стрелке идти. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. А если я этого перекрою, то... А, у меня будет время. Поняла. На КД, пока этот крутится, вертится. Ближе. Да ё-моё! Вот меня уже второй раз вот замечаю таким образом. Я не подхожу вроде к кринжу, а он все равно срабатывает, скотина, блин. Я понял тебя. ЕМП сбивает инвиз, тебе рекламщиком надо быть, соблазняешь на прем. Нет, нет. Иначе ты был бы уже зеленым. А пишешь синим, стыдно. Ты задел, говорит, примера. Ой, ну слушай, мне виднее, задел я или нет. Я же задел, не ты же задел. Ну, просто чихнуло. Ох, классно. Да, ну так. Поняла. Будет на самом деле лучше, чтобы по хардкору. Всем стелс, пацаны. Обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Так, первый раз, первые два. Можно на самом деле проверить, что по второму проходу, раз уж такая петрушка пошла. Не-не-не-не-не. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Ай, заперли! Поняла. Сволочь, а. Поняла. Да как-то он успел, он просто успел, он успел, и все, и до свидания. Он успел увидеть, он успел, пока летел этот projectile мой. Тебе обязательно гранату бросать так, чтобы цель в самом центре прицела была? Нет, конечно. Ты не пройдешь, говорит Ров. Могу поспорить. На что угодно. Что пройду. Хотя, вдруг рубанут свет, пофиксят мне как-нибудь интернет. Ты дождись, когда стан пройдет, и беги. Спасибо за совет, большой Снейк. У тебя никнейм явно такой, что ты знаешь, такой стелс. Я найду его. Это ценный совет. Там, правда, окошко просто небольшое. Бдительности, значит. Мне не хочется время терять. Ну да, ты прав. Выдвигаюсь. Положись на меня. Выполняю. О! Это что сейчас было? Так, давайте попробуем я направо пройти забочусь. Тогда. Слышимость отличная. А, там закрыто. Поняла. Просто. Понял. Вопросов больше не имею. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Так, и теперь... Поняла. Что у нас тут? Вращающаяся хрень. Этого сначала пыщ. Мертвая зона справа. Поняла. Есть, кстати. Уже в пути. Мертвая. Вы зона за ним справа есть. Пока не... Положись. Кто здесь? Отличная. Уже в пути. Соответственно, так. Выполняю. Так. Так. Кажется, я кое-что нашла. Что такое? Ближе к делу. Да тут есть и так автосейвы через какое-то время. Это так что ничего связи. Страшного. Слушаем. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Что, таймер, что ли, сейчас будет тикать мне? Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Скорее таймера всего, нет. Впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Ё-моё, ну по левой. Поняла. Части нужно явно идти. Выполняю.
Поняла. Ой. Положите. Беги, я задержу противника. Ах, не успел. Да, я тут был неправ. Сори, пацаны. Был неправ, поторопился. Я думал слева побежать, но потом увидел, что туретка-то в противоположном направлении крутится. И все, и ГГшечка. Плюс сейчас был явно автосейв, потому что у меня сбились настройки от Новы. Скорее всего, мы сейчас с этого места начнем. Потому что, ну, я увидел, что у меня есть огонь опять. Попробую рывком проскочить. Так там же столько народу, как рывком проскочить. Используя рывок как блинк. Можно попробовать, если там вдоль стеночки как-то. Который трай, спрашивает Гудлокинг. Да первый, да, пожалуйста. Поняла. У рывка еще такой рейндж, что он... Скорее всего, впереди еще один узел связи. Ну, хотя вот здесь вот можно мои через... Мои сканеры не могут определить это точно. Да, вот отсюда можно мне просто прыгнуть. Мне пока и этого хватит. Смотрите, я вокруг этого обхожу, вроде никого не задеваю. Выполняю. Выдвигаюсь. Кидаю ЕМПшку на этого. Уже. Проскакиваюсь. Беги, я задержу нет, противника. Я... А, не работает на турели ЕМП. Ну, значит, ЕМП на того ты не успеешь. Не, я его задену просто. Поняла. Слышимость отличная. Ну ладно, тогда по первоначальному плану. Против часовой, да, этого вырубаем. Поняла. Проходим к... Здесь призрак! Сообщите командиру! Сейчас можно. Позабочусь. Понял, о чем вы говорили. Ну а тут просто вешечку кидаем на. Я обо всем позабочусь. Оп! Поняла. Ой-ой-ой-ой-ой! Беги, Нова, беги! Нова на связи! Спасательные челноки готовы! Всем покинуть комплекс! Скрипт меня спас! Так, это эвакуация. Я никого не убил. Уже в пути. Поняла. Так, это то, откуда, куда мы не могли прийти. Слышимость отличная. Излучатель включен. Вперед, вперед! Да ё-моё! Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зергов. Поняла. Они еще двигаются? Черт. Пойди как. А не будет считаться, если как бы зерги убьют их, а не я? Ё-моё. Так, а давай-ка мы фаерботов тут немножко покоцаем. Вот так вот, только зергов не коцаем, фаерботов. А что ж ты будешь делать? Да там фарш просто настоящий. Зерглинги вообще какие-то не те. Ну ладно, я попробую обойти. Вдруг зерглинги... Выполняю. Да, оверлорды... Тупичок. Окей, ладно, допустим. Что я вижу? А может на кучу можно забраться? Нет, куча не такая. Но я могу вырубить... этого... Прыгнуть сюда за того, да? Вот так вот. Выполняю. Нет, Миша! Ну прыгнуть, ну как прыгнуть-то, Вась? Ну не, тут, не так, ну мог бы же пробежать, как, хотя может не успел там прибегать. В любом случае, я за мир на земле, я за... за то, чтобы не убивать невиновных. Вообще за ачивки, короче. И буду стараться до последнего. Медика выруби. Еще раз, Ставик, я за ачивки, я не могу убивать медиков, особенно медичек. Бесчувственная ты скотина. Извини, пожалуйста. Держите позиции, пока они не закончат. Я отдам приказ к отступлению. Поняла. Окошко хватит? Ну, вроде хватает. Поняла. Ближе к тебе. Выполняю. Вижу ее. Да, ну понятно, понятно. Значит, там они толпятся просто, как в очереди в Макдак на Пушкинской, когда он открылся. И ничего не сделать, только мочить. ЕМПшкой выруби, ё-моё. Работаем, собрались. Все по силам. Держите позиции, пока они не закончат. Я отдам приказ к отступлению. Поняла. Мне надо добежать вот сюда. Поняла. Вот только. Ну ты так... Ну какого хрена ты там стоишь, скотина, а?
Там же мое место. Мне специально его Близзарды там оставили. Нет, он плечом так. Хопа. Быканул. Все. Хотя он не знал, против кого быкует. Я же в инвизе. Он просто не понял. А проскочить за гаста, может, времени реально не хватить. Запаса по ХП нет. Держите позиции, пока они не закончат. Я отдам приказ к отступлению. Так. Выдвигаюсь. Да, я только что был здесь. Ближе к делу. Слышимость отличная. Поняла. Выполняю. Положись на меня. Так, значит, прыгаю, да? Хотя бы вот сюда добежать, ну. Уже поздно, 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 поздно. Да не, 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 нет. Это... Это без шансов. Надо посмотреть, что справа. Может, там ситуация получше будет со свободными местами. Посмотрим. Но мне казалось... Оглушаю ПКД лекарей. Лекарей? Престов? А ДПСеры там? А, ДПСеры эти стоят. Фаербаты. Ну да, хиллеров надо вырубать в первую очередь. Держите позиции, пока они не закончат. Да, справа дырка ближе. Реально ближе. Да ой, меня тут поджигают же еще. То есть я кидаю вот так вот, да, и прохожу. Раз... Два. Нет, не так. Вижу врага. Никого там не порезал, чуваки? Ой, там гост выбежал. Ой, все еще. Я все еще виден был. Глазам не верю. Уже в пути. Так, то есть. Да, тут жарко просто. Надо после волны, причем. Да забей на волну, они тебя не спалят. Главное к этому, чтобы было все. Ну. И вот сюда вот. Стоп. Да, ну теперь все просто. Пошел. Я обо всем позабочусь. Поняла. Уже в пути. Да. Я к челнокам. Живо! Так, хил. Я зайду сюда, вдруг тут что-то ценное есть. Они уходят в такой спешке. Как разумно с их стороны. Не, пусть мутка там справляется. Слышимость отличная. Обходим. Это из Дюны, чувак. Обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Блин, да что ж ты будешь делать там? Понастроили тут. Получатель оказался очень мощным. Псы на меня. Она скрылась. Так, ну здесь вроде одна зона вообще. Вот этого товарища мы вырубаем и все. Только не сейчас. А, тут плотные ряды, не пройти. Не, надо слева обходить. То есть вырубаем этого чувака. Да твою ж медь, ну как, ну... Они реально тупо мешают пройти. Тупо мешают. Убил пса, да пес-то не тот. Там про Доминион речь шла. Там по центру вроде зона очень маленькая. А, чё? Не, ну сейчас изи будет. Я знаю уже, что нужно делать. Куда я полез? Куда ты полез сразу? Там же нужно было гаста еще этого убить. Я не про доминиона защитников человечества. То есть зерги защитники человечества, да? В этом есть логика. Нет. 31, говорят. Какие-то товарищи.
Я знаю, что делаю. Пишет Тайгер Зум. Запятую поставь. Держу депозиции, пока умничает он. Я дам приказ к отступлению. Так, все, вижу, вижу, вижу зону. Я обо всем позабочусь. Пошел. Уже в пути. Слышалось отличное. Стоять. Выдвигаюсь. Ближе к телу. Ступаю в бой. Беги. Хил. Не бей, не бей их, они ошиблись. Она просто исчезла. Отлично. А, вот вы про эту зону. Да ну, я вообще туда не хочу. Реально не хочу. Давайте не будем торопиться. Количество зергов растет. Что этот видит... Оказался очень вот здесь мощный. Вот большая... А, ну вот эти вот обломки, они не очень. То есть мне реально нужно вот до сюда как-то добегать. В один приход, присест. А эти упыри мешают. Либо справа пытаться. Но справа они, я помню, плотным рядом стоят, что хрен пройдешь. Можно, конечно, проверить. Положись на них. На прошлый раз не свезло, так не свезло. Выполняю. Да, они тут не пройти. Вот жуки, а. Ну а если реально на этот пятачок встать? Тогда я смогу обойти. Не факт, что она обойдет вот отсюда. Она скорее уж отсюда обойдет. То есть вот этого гасануть. Подойти сначала к той зоне. Ладно. Да блин! Идите нафиг. Просто там четко по границе не получится. Но четко по границе это вот... Ну я понял, в общем. Вот здесь вот. Вижу врага. Да, я уже... Да, убейте меня, убейте меня. Вот и думай. Я по рисунку смотрел. То есть там же зоны достаточно четкие. И можно в этой фигуре, ну почти там треугольник, что-то не совсем правильное было. Четырехугольник, построить некий центр, который равноудален от всех граней. Привет, геометрии нашей. А учитывая то, что там есть узор из трех полосочек, центральная полоска довольно-таки, ну, она практически соответствует логическому центру. Вот, поэтому я думал, что... Не, нельзя сейчас. Я обо всем позабочусь. Слишком поздно. Положись на меня. Да ёпрсте, так ты ж в прошлый раз пробегала. О, господи, как же новая ты мне дорога. Толстых юнитов рывком не убить, если что. Это очень хорошо, кстати. Глушай медиков, зерги сожрут. Не надо нам легких путей, эту тему мы проходим спокойно. Хотя во второй штуке можно попробовать действительно медиков оглушить. Депозиции. Давайте проверим, что. Я дам приказ к отступлению. Уже. Вообще изи. Да, ребята, читеры вы всем. Да, только надо ЕМПшек кидать одновременно с... Я обо всем позабочусь. Ну это долго, правда. Положись на меня. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Надо, наверное, левую чаще соглушать. Вижу ее. Ну, зерг, я же ваш друг. На, собака. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Ну, это какой-то чит, ребят. Я тут по стелсу проходил, оказывается.
светошумовые юза и будьте счастливы. Да, глушу вместе с псами. Вижу ее. Опять псы сорвались. Выдвигаюсь. Поняла. Ну так надежнее, с другой стороны. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Это типа не я убил. Уже в пути. Псы, давайте со мной. Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. Грызите, грызите его. Ну, слава богу. Мы разобрались. Слышимость отличная. Собака, друг человека. Положись надо на это меня. Помнить. Я обо всем позабочусь. Всех челнокам! Живо! Подлечусь. Ближе к делу. Я обо всем так, позабочусь. Здесь тот же самый... Та же самая тема. Оглушаем. Неподконтрольные зерки. Смотрим, как... Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. А можно без гранат пройти? Зергов растет. Это более сложный челлендж, но... И вы, наверное, хотели бы, чтобы я страдал. И я бы тоже хотел, чтобы я страдал. Но не настолько сильно, как вы. Поэтому просто на халяву. Нажимай В. Как говорится, press X to win. Поняла. Выполняю. Положись на меня. Поняла. Даже как-то... Я обо всем позабочусь. А такая изюминка была в прохождении. Спасибо пацану в чатике, что запорол. А я уже не могу, я же безвольный человек. Я же не откажусь теперь вот уже от оглушающей. Все? Здесь владыка. Лучше его обойти. А, обойти? Райгель, ты не шутил. Тут повсюду зерги. Выполняю. Поняла. Ну, он сейчас вернется. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Ну, зергов же можно мочить. Положись на меня. Я слышал. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Поняла. Оп. Враг наступает. Так, серьезней. Выдвигаюсь. Глушим тором. Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Ну здесь-то можно пройти, выполняю. Михаил. Ну нормально, по-пацански. Поняла. Выдвигаюсь. Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Положись на меня. Окей, без проблем. Двигаюсь. Ближе к делу. Раз. Я обо всем позабочусь. Поняла. Два. Положись на меня. Три. Слышимость отличная. Изи. Периметр еле держится. Новое, отзову войска по твоему приказу. Действуй. Я могу и сама отсюда выбраться. Только поймаю этого мерзавца. Какой классный меч, правда? Дали каких-то ачивок, разведданные, да, вот они, невидимка, хорошо, все три ачивки, пацаны. Новый портрет, воу, все, теперь в Старкрафте поставлю, буду Владыри катать. Дополнительные там что-то еще. Поехали. Кто это? А, это кто-то из Академии Гастов. Кто это? В таких коридорах обычно Зератул появляется. Ачивку дали, все в порядке. Как призрак из тьмы. С кинескопом у них что-то здесь. План прежний. Всем командам ждать приказа к действию. И раскладка тоже какая-то. Операция началась. Одни умрут, чтобы другие выжили. Но зато плей, пауза и стоп есть. То есть музыку мы слушаем на рабочем месте. Цель определена. Ведется подсчет предполагаемых жертв. Райгель, я все выяснила. И? Защитники человечества планируют атаку зергов на мирную планету. Но зачем? Они дискредитируют Валериана.
выставит его слабым. Регель, погибнут тысячи невинных. Их нужно остановить. Цифра пугающая, особенно блондинка. Ужас. Что делать? Валеру подставить хотят. Нехорошо. Нехорошо. Что, все? А, это первый набор всего. Ребята, нет, я только разыгрался. Надо было перепроходить миссию. Короче. Ну, блин. Я хотел еще. Так, ладно, давайте сейчас ключи разыграем. У нас в комментариях мог появиться какой-то креатив. И, наверное, я буду ориентироваться и субъективно, и по плюсам, по минусам. И не повращать. Да, кстати, посмотрите, пожалуйста, вот начиная с этой страницы. Все до декабря, говорят. Ё-моё, а чем мне до декабря заниматься, извините меня? Придется фа катать. Неонавт, судя. Не, ну неонавта, кажется, есть ключ. Или у тебя нет ключа, неонавт? Скажи, пожалуйста. Там явно тема с Battle Tots. Сейчас, подождите, я лучше это на стриме буду показывать. Так, добавить. Окно. Стрим Майкер ГГ. Изменить. Оп. 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 Нет, не так. Оп. Оп. Ну так, чтобы товарищи в записи посмотрели, если что. Так, значит, больше всего пока плюсов из тех, что я видел у Неонавта, это поделки на тему Battle Tots. Вторая миссия, врезающийся в ограждение, не прожал прыжок. Так, это минус почему-то. 2016 год, Battle Tots уже не те. Dark Souls Expansion Pack. Как правильно перехватывать гиблингов? Да, это новый тут у меня, на гиблингов запоролось. Твое лицо, когда Майкер не строит танки. Я строил их, когда их можно было строить, строил. Так, подождите, может 150-150 страница. Не, мало поделок. Ну, значит, это отличная поделка, но это X-чом. Какая. Ну, видимо, реренкар и не повращать. Да, не повращать. Ну, с другой стороны, если вы, ну, наверное, знаете про новость о трейсерке, да, которая там и по поводу вдовы. Что попы кого-то смутили, написали, Blizzard это приняли. И тут, видимо, новую из-за этого никак тоже не повращать. Угу. А, Доктор Ноба две гифки сделал. Стоп, я пропустил, гифки же не вставляются. Да. Давайте Доктор Ноба. Ну, учитывая то, что его и заплюсовали. Неонавт и Доктор Ноба, поздравляю вас. Сейчас личным сообщением пришлю вам ключики. Да, мне уже направили в чате на это, да. Не, ну я да, был неправ. Ой, все. Окей, хорошо. Ну все, вы не поверите, на этом трансляция в 20 часов 42 минуты заканчивается. Ну это как-то неправильно, на мой взгляд. Я не хочу, на самом деле, ладерок старкрафтерский катать, меня там унизит. Хотя меня и ФФА унизит. Давайте сделаем паузу на 2 минуты. Я запись остановлю, запись сделалась. И поставлю на YouTube, а также ключики отправлю пацанам пока что. Не разбегайтесь.